Следующий ваш шаг – это шаг взрослой жизни. Шаг за шагом. Ваш карьерный взлет начинается уже сейчас. Ваш... корабль-ракета достигнет наивысших высот, зажигая на небосклоне яркую звезду. И сейчас, получая на руки этот диплом, в вашей жизни начинается, так сказать, обратный отсчет. Поздравляю! Итак, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Поздравляю, поздравляю. Красный, значит. Медалист, значит. Да нет, там просто система такая была. Ну, старался не отставать. Хорошо знаю свое дело. Опытный, значит. Ну, подрабатывал. После занятий курьерскую корреспонденцию развозил по адресатам. А ночью подрабатывал в аптеке. Ну, вы понимаете. Не, ну, я, конечно, понимаю. Я вот не знаю, поймешь ли ты меня. Ого. Ага. Ну, давай, выбирай, работу которого ты будешь выполнять лучше. Подождите, вы меня, наверное, неправильно поняли. Я не хочу так. А как? Ну, я думал просто... Думал? Ну, думай дальше. Я что-то не понимаю. Тебе работа нужна? Потому что фабрика по производству вакансий — это центр занятости. А у меня здесь сплошная диаграмма, прибыль которой должна... стремиться вверх. Как ты думаешь, вот этот у меня сколько зарабатывает в месяц? Я не знаю. $300. Много? Ну, за 280 будешь выполнять его работу? Извините, я, наверное, неправильно сделал, что вот так вот сразу к вам пришел. Постой. Дипломчик забыл. Только знаешь, он тебе не пригодится. Я не понимаю. Ты что, ты действительно хочешь ходить официально на работу? Да постоянство хочется. Жизнь она и так бросает. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, ошибаешься ты. Угу. Хотя ты знаешь, экзамен по совести ты сдал на 10 баллов. А вот эти вот все броски, жизнь, так это и есть сама жизнь. Со всеми вытекающими ее. А вы философ, да? Да нет, я директор. Работаю на собственника. Гав! Вы знаете, я, наверное, пойду. Подожди, подожди. Держи. Здесь ровно 300. Но извини, как говорится, это первая и последняя у нас зарплата. Я благодарю, не стоит. 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 Я просто...
Кто крайний? Девятым будешь. А теперь стой и думай, счастливое это число для тебя или нет. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, ты вообще как? Как, для справки или по-настоящему? Ну, по-настоящему. Ясно. Вымирающий романтизм. Я просто по любви профессии обучался. А она что ж тебе взаимностью не отвечает? Не отвечает. Слушай, вот тебе адресок. Сходи туда. Там взаимности не отнимать. Так а что это? Это шанс. Что жалуешься, сын? Не понял. Название клуба читал? Хоторка по предъявлению греха. Да чист я. Нельзя, хоторка для грешника. Ну, понимаешь, не удовлетворен я. Постоянно мечусь. Как-то востребованности хочется, самореализации. Не понимаю. Воровал? Убивал? Прелюбодействовал? Да нет, я по работе, по рекомендации. Че тогда исповедовался? Сразу сказать не мог. Заходи, раб Божий. Я уже месяц здесь работаю. И как? Ну и что? Нормально, надо напарник нужен.
Но здесь нельзя грешить, иначе быстро уволят. Серьезно? Да. Вот. Держи, тест первый. 150 грамм на время. Засекаю. Секунду. Ну-ну-ну. 150 грамм, и ни капли. Сейчас померяем, сейчас померяем. Это что, магия, фокус, хлебле? Нет, 5 лет лабораторных работ в медицинском колледже. А, ну давай тогда за знакомство. Кстати, кабинет директора прямо по коридору, слева возле гримерных, и еще одно. Теперь у тебя есть две рекомендации, и одна из них моя, чувак. Так что 1-0 в твою пользу. Классная штучка! Вон классная штучка! Табличку вход посторонним воспрещен. Я просто. Что ты просто? Таких, как ты всегда, все просто. Просто открыл и просто зашел, да? Простолюдин такой, да? И что? А все просто. Илья, я. Ясно. Я же говорил. Да понравилось ты мне. Хотел в планетарий пригласить. Давай, человек просто. Тебе пора на другую планету. Погоди. Ну почему же? Планетарий еще ни разу не был. Ну вот и отлично. Там каждый первый понедельник две неоткрытых дверей. Вход бесплатный. Ясно. А? Ну что, придешь? Не знаю, посмотрим.
Как звезды встанут. Ну вот и отлично. Тогда до завтра. Давай, Человек-паук. Все, в 6 часов вечера нам входим. Главное. Завтра будет завтра. Давай на вызов. По-простому, как умеешь. Шума, драки нет. Жаль, не успел. Смело. Я по рекомендации. Ну, приходи через месяц. Как раз у того бармена испытательный срок закончится. Гляди, возможно, и ты здесь только на пару месяцев задержишься. Логично ж ведь? Да нет. У меня иная логика. Работай, секьюрити. Это не заметят? Я же наверху. Ты что? Наверх мало кто голову поднимает, а ищут все внизу. Меня тут никто не найдет и нет, а ты же. Это логично. Молодец. Привет, я тебя нашла. Привет. Так я и не прятался. А почему? Не знаю, хочу быть видимым. Хочу быть невидимкой. Меня все всегда первые находят. Я теперь всех ищу. А где бы ты спрятался, если бы ты с нами играл? Ну, наверное, вон на том облаке. А, я поняла. Ты меня предал, предатель. О, Егор, я нашла Егора. Я показывал на том облаке. Именно на том облаке я и спрятался. Видишь, как всегда. Хотел как лучше. А разве на облаке можно спрятаться? Ну, не год же. Спрятался. Доктор сказал, через несколько дней выпишет. Ой, Илья, а ты как здесь? Я из взрослой жизни решил детскую проведать, вас повидать. Спасибо тебе. Ты, как всегда, вовремя. Вот, возьмите. Доктор рад благодарить. А если... Ну, если не возьмет, то купите Егорке батут. У него талант к прыжкам. Пока. Куда ты теперь, Илья? На все четыре стороны.
А ты чего стоишь? Ты же вращаешься. Давай, вращайся. Вращайся, вращайся. Угодно Господу со свистом обращаться. В молчании, сын мой, есть высшая степень молитвенного покаяния. Да разве ему есть чем покаяться? Разве что только в том, что здесь случайно оказался. Здравствуйте, дядя Никодим. Вот так сюрприз, Илюша, дорогой. Так какими судьбами, Илюша, а? Вот, пришел благословение просить. Ах, вот оно что. Силу воли воспитываешь, да, Илюша? Молодец. Просто небесами очарован. Значит, благословение хочешь. Ну, садись. Садись. Вот. Выиграешь. И сразу же благословлю. А нельзя как-то по-другому? Нет, по-другому не получится. Путь к благословению, Илюша, лежит через препятствия. Ну, тогда и белыми. А, извини, Илюша, извини. Но белыми исключительно и всегда играю я. Сам понимаешь, кому служим. Может, монетку бросим? Нет, я думаю, что не будем. А? Ну, ты же черным играешь, правильно? А темным свойственно всегда перво нападать. Так что ходи. Ну, хорошо. Ну, тогда так. Так давай. И я так. Не, подожди, Илюш, мне кажется, ты поддаешься, а? Ну, скажи честно. А нет, это самопожертвование. Неужто в монастырь собрался? Не, ну почему ты сразу крайность? Я хотел Богу постучаться в дверь. Что, нельзя так просто, что ли? Да. Просто так нельзя, Илюша. Нужно бороться. Я ж борюсь вроде. Угу. Шаг. Ух ты, а! Ну, молодец, подожди, молодец. А ты на исповедь давно ходил? А? Позавчера. Вон к тому дереву, что из окна виднеется. Подошел к нему, он не спрашивает, зачем я пришел. Нашептывает верный совет. Подожди, подожди, подожди. Кажись, я проиграла, Илюш. Да нет, ну всегда есть выбор. И поражение, и победа, и ничья. Ха! Ну что ж, так тому и быть. Так Святой Троице угодно. Хотя, если сделать так, тогда я проиграл. Ну зачем же так? Ты же мог и выиграть, а? Я не вижу смысла я побить. Себе же противоречишь. Ну. Да ладно, дядь Никодим. Победа в поражении сильней. Господи, прости, что... Thank you.
change your own life, to change against all the costs, and try to find your sweet wife, and stop being haunted by ghosts, and take out all the spores, the after clean and the mess. You've got to really save, you've got to really save my ass. Добро пожаловать в наш парашютный клуб «Три шага в небо». Шаг третий вы уже сделали, приехав сюда. Второй шаг – вы должны пройти инструктаж. Ну и шаг первый – выйти самому, сделать шаг в небо из самолета. Так, я не вижу следа. Ты видишь, у тебя только одни носки отпечатались. Вот. Смотри, так не балуйся, там, особенно там. Хорошо? Так, ноги расставляй. You've got to really save my ass. Хватаем руками вот здесь, за дверной проем. Ставим ногу под ножку. Не забывайте, что сзади 15 килограмм, и спереди еще 5. You've got to really save my ass. Looking around the world. Because the life is so quick. And your time is so short. And life can end in a week. Just put it on your playlist. You'll have to work as a beast, and then you've got my respect, to get respect and my peace. Напоминаю, у вас только два пути осталось. Либо в самолет, либо. Ну а птичку с собой незачем брать. Не понял. Воробья сказки верит. Ну что, полетаем? Ну что тебе, говорящ? Понимаешь. Давай, лети, увидимся. Все, пошли. Forget all of this shit. You have to keep peace of peace. You might just get only that. Just give me only one kiss. And now without any doubts, and with no playing the chess, in this particular chance, we're done with saving your ass. La, 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 la.